мостик за той стеной, сэр. Придется взрывать. Вот здесь как раз слабое место. Да, вижу. Ставь заряд, капитан. Надо заложить заряд. Заряд заложен! Мостик за той стеной, сэр! Придется взрывать! Вот здесь как раз слабое место! Да, вижу! Ставь заряд, капитан. Заряд заложен. Марш, марш, марш! Вот на мостик по той лестнице. Нам надо прорываться. Капитан, модуль сломан. Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Иди за модулем взлома. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему закрепить протокол самоуничтожения. Установите донаторы на всех палубах. Цельтесь в их сисэн! Убейте робота! Поднять температуру реактора. Выход ионов на максимум. Ключ на старт. 10 секунд. Пять секунд. Убить его! Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему запустить протокол самоуничтожения. Установите донаторы на всех палубах. Откуда здесь роботы? Убейте робота! Поднять температуру реактора. Выход ионов на максимум. Ключ на старт. 10 секунд. Остановите дрона. Давайте! 5 секунд. Убить его! Прикончите этого красного труса. Капитан, модуль сломан. Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Иди за модулем взлома. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему запустить протокол. Цельтесь! Остановите донаторы на всех палубах! Выпадать смело! У
работы! Убейте робота! Поднять температуру реактора! Выход ионов на максимум! Ключ на старт! 10 секунд! 5 секунд! Убить его! Капитан, модуль сломан! Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему запустить протокол самоуничтожения. Установите донаторы на всех малых. Откуда здесь роботы? Убейте робота! Выпадать поднять температуру реактора! У них боты! Выход ионов на максимум! Остановите дрона! Ключ на старт! 10 секунд! Прикончите этого красного труса! 5 секунд! Убить его! Капитан, модуль сломан! Рейс, внутри роботы. Попробуй взломать. Иди за модулем взлома. Это техботы. Они безоружны. Поняла. Вижу Котча. Атакую. Сэр, вам нужно помешать ему запустить протокол подключения. Вы по нас стрелы! Убейте робота! Поднять температуру реактора. Выход ионов на максимум. Ключ на старт. 10 секунд. Давай, Рейс. Остановите. Цель еще жива. Итан, отменить подрыв. Захватить ботов. Есть, сэр. Боты отключены, капитан. Си-6, Олимпа теперь под моим контролем, сэр. Всем бойцам САТА, это капитан Рейс. Мы захватили корабль «Олимп». Вали, ублюдка, Рейс. Вам никогда не выиграть эту войну. Я все же сумел победить вас, Котч. Моя смерть еще не победа. Я убил адмирала. Железного щита больше нет. Смерти нет без чести. Капитан на месте. Десант, унесите труп. Отличная работа. Готовы стартовать по вашей команде. Это один. Полетели. Значит так, фронт не в курсе, что Олимп наш. Мы идем на Марс. Итан, проложить курс на орбитальную верфь СДФ. Обратим их же корабль против них самих, всю огневую мощь. Фронт уничтожил наш флот. Отплатим им той же монетой. Какие приказания? Жди тут, Крок. Если понадобишься, вызову. Прыжок, Итан. Координаты Марса есть. 3, 2, 1... Выход через 3, 2, 1. Верфь СДФ. Угол 000, капитан. Прорываемся через оборонительный строй, а потом бьем из всего, что у нас есть. Оружие к бою. Олимп, проверьте вооружение. По нашим данным, у вас красный статус. Никак нет, контроль. Вооружение Олимпа отключено. Ждите проверки системы. Примите целеуказание, капитан. Пускай ракеты! Есть, сэр! Есть, залп!
Сэр, вы можете атаковать флагман. Спектральное орудие готово. Силы СДФ реагируют. Ждите контакта. Сэр, орудие полностью заряжено. Контроль! Главный сейчас недоступен! Боеспособность снижена до 75%. Капитан, боезапас менее 40%! Черт! У нас каждый выстрел на счету! Боезапас 30%! Олимп! Расходуем резервы! Расходуйте все, что есть. Итан, статус! Последние оружейные системы вышли из строя! Нам попросту нечем атаковать эту верфь! Итан, курс на верфь! Какой план? Мы с тобой займемся абордажниками. Попробуй поднять управление огнем. Есть! Рук с Касима, оборонять мостик! Лейтенант, есть, мэр! Итан, на тебе управление! Позывной «Металл-1». Вперед! Себе Си-6, мы крупно вляпались. Если мы не запустим управление огнем, нам уже без разницы. Мостик, контакт у штурманской. Си-6 держит оборону. СДФ, диспетчерская! Контроль, противник! Подземные ящики! На севере! Острая баба! Рулевая рубка! Вижу цель! На мостике! Прямо по курсу! Вторая палуба! Цель! На 11 часов! Контакт у штурманской. Си-6 держит оборону. СДФ, диспетчерской. Мочи его. У терминала. Мочи. Острая баба. На смотровой. Рулевая рубка. Работаем! Контакт!
Мурманской. Си-6 держит оборону. СДФ в диспетчерской. У терминала. После радара. Thank you.
сражение. Если не сможем открыть огонь, что будем делать? У нас еще остался Олимп. Попробуем пойти на таран. Маневр столкновения? При столкновении она обрушится. Так точно, капитан. Солт. Какие вопросы? Вперед! Пост управления огнем дал. Рейс, открывай, время идет. Панель накрылась. Попробуем открыть вручную. Мостик! У нас нет выбора! Готовьтесь таранить верфь! Капитан, эсэбовцы разнесут залив еще до того, как мы дойдем до цели. Высылайте шакалов! Ближнее прикрытие на нас! Держать курс наверх! Полный вперед! Ясно? Так точно, сэр! Оружие к бою! Они атакуют! Где мои птички? Сейчас будут. Вижу. Рейдер главному. Вызываю возмездие для огневой поддержки и возможной эвакуации. Как поняли? Принято, главный. Имейте в виду, навигационные системы возмездия повреждены. Точность прыжка не гарантируется. Рейс, на взлет. Крок, готовься прыгать! Оружие к бою! Защищайте Олимп! Понял! 3, 2, 1! Возмездие прибыло! Вперед, Солт! Принято! Металл-1, мы с возмездием прикрываем! Вы следите за целью! Есть, сэр! Ангарная палуба возмездия. Босс, у нас не хватает пилотов, но мне нужны все шакалы. Я знаю, что вы настоящий ас. Спасибо. Попутного ветра. Ракеты 2-5-0, метка 6.
Держать курс и готовиться к эвакуации! Крок, докладывай! Корабль еще держится, но не знаю, надолго ли его хватит! Шустряк! Алин! Сзади! Гибсон! Меня побили! Босс! Босс! Цели на 5 часов. Контакты сверху. Направление север. Металл один! Держать курс! Группа целей 3-1-0. Маневрируем! Капитан! Главные сдохли! Гравитация затягивает нас к Марсу! Понял! Крок, готовьте эвакуацию возмездия. Состояние обшивки критическое. Понял, мы близко. Полный вперед. Шустряк на 6 часов. Есть сигнал. Цели на 5 часов. Противник на 8 часов. Замечено несколько противников. Огонь! Капитан! Главные сдохли! Гравитация затягивает нас к Марсу! Понял. Крок, готовьте эвакуацию возмездия. Состояние обшивки критическое. Понял. Мы близко. Полный вперед. Левые движки повреждены. В нескольких отсеках разгерметизация. Шустряк, у тебя по курсу. Шустряк, на 10. На левом фланге. Противник на 3 часа. Он уходит. Противник на 3 часа.
Шустряк, на 10. Слева, слева! Противник, северо-запад. Один-один. Понял. Санитарный транспорт. Ваши координаты. Нет приема. Один-один. Передаю вслепую. Повторяю, нет приема. Где вы находитесь? Спасибо. Займитесь им. Есть, сэр.
Капитан! Скорее, сэр! Помогите снять это! Держись, парень! Капитан Рейс нам поможет! Спасибо, сэр! Нормально, все норм, командир. Просто немного застрял. Сейчас. Мы все сделаем. Пишите его, капитан! Сильное кровотечение. Надо остановить кровь. Пойду искать аптечку. Смените меня и зажмите рану. Я понял. Иди. Уж простите. Вечно у меня много крови. Спокойно, Касс. Потерпи. Я, наверное, получу пурпурное сердце. Лейтенант будет в восторге. Да. Да, еще как. Я вернусь в строй. Не сомневаюсь. Подлатаем и на передовую. Брукс, где аптечка? Давай! Это что, дождь? Покойся с миром. Ничего не нашел, сэр. Мы сделали все, что могли. Ну и денек, командир. Семпер Фи Морпех. Идем на корабль. Сэр. Десант! Капитан Рейс, со мной десантники. Командир, сержант, рад вас видеть, парни. Нам сюда. Капитан? Лейтенант? Где тебя носило? И я рад тебя видеть. Брукс? Мэм. Касима. Убит, лейтенант. Гибсон тоже. Мирный не павшим. Бойцы ждут тебя, сержант. Подготовь их. Жди приказов. Морпехи, за мной. Что тут у вас? Забрали с возмездия все, что могли. Лифт на верфь в 100 километрах к северо-западу. А мы у черта на куличках. Пролетал разведчик СДФ. Мы его сбили. Будут еще. И их собьем. Стратком? Связи нет. Мы отрезаны. Я сделаю все, чтобы мы выбрались. Вы наш командир, а не спаситель. Все равно ответственность на мне. Разумеется. Вы прервали задание, капитан. Вообще-то он спас корабль. Это хорошо, но верф по-прежнему стоит. Послушай, силы стаи во всех волках, во всех. Цена не имеет значения. Они знали, на что шли. Если у тебя не хватило воли сделать выбор, значит, тебе, как и мне, не место в вожаках, капитан. Если бы я пошел на таран, все бы погибли. Где их победа? Они не этого хотели. Разведчик СДФ! В укрытие! Бейте наверняка! Подпустим поближе! Внимание всем! Это Металл-1! Итан, каков статус?